Портрет инклюзивной семьи. Нестандартная фотовыставка открылась в художественном музее. Главные герои – семьи, воспитывающие детей с особенностями в развитии. Черно-белые тона фотографий настораживают лишь с первого взгляда. Со второго заметны тепло и свет, исходящие от героев на снимках. Их улыбки и жесты трогательны и не наиграны. Они яркие и без цвета. Глаза передают на самом деле то, что творится у людей на душе. В каждой семье есть тепло. Показать то, что через черно-белое можно тоже передать тепло. Тепло каждой семьи. Более 1500 кадров и по несколько часов на каждую из 19 семей, согласившихся поучаствовать в проекте. Фотосессия – это повод собрать родных вместе. У старшего сына Елены Займуковой уже своя семья. И таких снимков, где они впятером, в их альбоме не так много. Я бы хотела себя показать, чтобы у меня глаза блестели. Мама была счастливее. Имея особенного ребенка, такого замечательного, чудного, который нас удивляет, радует своими успехами, достижениями. Любящую, сплоченную и счастливую, подсказывает малыш. За каждым снимком история совместных переживаний и преодолений, падений и побед. Эти ребята – воспитанники инклюзивного детского сада. Однако начинается все с семьи. Семья – это инклюзия в миниатюре. И я думаю, что каждый родитель должен рассказать и показать то, что у него есть ребенок с безграничными возможностями. Не могу сказать, что это ограниченные возможности, потому что все возможности наших детей, они безграничны. И это проявляется и в сегодняшнем нашем выступлении, потому что дети от мала до велика занимаются именно творчеством и показывают себя с разных сторон. Они дарят улыбки окружающим со сцены и теперь еще и со снимков, которые будут на выставке в художественном музее в течение месяца. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика.